Приморье продолжает расширять сотрудничество с Китаем. Подробнее о партнерстве в разных областях губернатор Олег Кожемяка переговорил с первым секретарем комитета КПК провинции Ляонин Хао Пэном в режиме видеосвязи. Губернатор Приморья подчеркнул, что встреча руководителей двух территорий, российской и китайской, имеет сегодня особое стратегическое значение. Накануне президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках третьего международного форума «Один пояс, один путь». Торжественный прием прошел в Доме народных собраний в Пекине. Главы государства обозначили ключевые направления сотрудничества. Безусловно, мы сейчас в преддверии встречи нашего президента Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня должны выстроить свою работу здесь, на местах, с тем, чтобы все намеченные направления нашими лидерами непосредственно исполнялись руководителями места. Во время встречи стороны обсудили сотрудничество территорий в разных отраслях экономики, в том числе в сферах транспорта и логистики, промышленности, сельского и лесного хозяйства. Как уточнил Олег Кожемяка, в Приморье есть судостроительные и судоремонтные предприятия, которые готовы сотрудничать с китайскими партнерами по направлению строительства и ремонта морских и речных судов.